Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И в этом ролике я покажу, как размещать так называемый экстрас. Чем экстрас и посты на сайте Buy Me a Coffee отличаются? Отличаются они тем, что, прочитав пост, посетитель может вас угостить или нет чашечкой кофе, а экстрас – это те предложения, которые продаются по фиксированной цене. Вот, вы видите, здесь два из них, у меня тут четыре. Итак, с главной страницы переходим на дэшборд, в кабинет. В кабинете есть вот такая вот вкладочка «Экстрас», перед «Сеттинг», предпоследняя. Кликаем по ней и переходим. Здесь у вас будут показываться те, которые вы проданы, а вот здесь перейти на «My Extras». В «My Extras», естественно, мы на этом сайте, на сайте Buy Me a Coffee, продаем цифровые товары, то есть загружаемые товары, которые можно загрузить. Переходим вот на эту вот плитку Digital Downloads. Кликаем туда и попадаем вот на такую вот страничку. Теперь, естественно, заранее у вас должно быть подготовлено название, описание, картинка. Для этого товара, продукта, и ссылка на хранилище, на котором будет загружен этот файл. Вы уже загрузили его. Вот, смотрите, берем наименование товара. Здесь у вас должно быть все подготовлено соответственно вашему продукту. Дальше. Загрузить картинку. Картинка должна быть размером 460 на 200. Там и пишется, что лучше всего, чтобы она была этого размера. Не более. Вы через пару тестов сами уже увидите. Иногда не очень хорошо получается. Даже с рекомендованным ими размером. То есть постарайтесь уместить то, что вы хотите показать, вот в тот размер, который они рекомендуют. Готово. Загружается картинка. Видите, обрезанные получились, хотя сама картинка под их размер. Так, далее. Далее описание. Описание соответствующего продукта. Тоже скопировали, вставили, чтобы у вас все это получалось быстро. И загрузить файл. Загружаем файл. Ну, я сейчас загружу любой файл. Вот он. И все. Этот файл, почему надо загрузить им еще и на Google диск? Потому что вполне возможно, вот смотрите, вы дадите возможность вашему клиенту задать вам вопрос относительно продукта, тогда надо это включать. И там вопрос какой-то. И тут вот ограничить количество лотов, если их у вас мало. Мы этого сейчас делать не будем. И кликнем «Create». А, тут еще надо вставить. И вставить надо email подтверждение, которое уходит на покупателю. Ставить текст и create.
здесь следующим шагом можете скопировать ссылку и разослать вашим поклонникам. Также через эту кнопку выставить, распространить этот продукт на Фейсбуке, а через эту кнопку распространить на Твиттере. И вот так вот мы создаем экстрас. Теперь переходим сюда, переходим в экстрас. Мои экстрас. И вот этот экстрас, который я только что сделал, просто удаляем. Confirm. Точнее, деактивируем, если переводить дословно. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.